Всем привет, с вами Динка, и я снова продолжаю играть в Dark Souls. День не призываются. Я вот тут подумал насчет того, как мне убить этого сраного фантома. Если он с пикой точеный. И придумал его убить. Какого хрена? Чё я мучаюсь? Берем так. Берем так. Становя быстрый. Окей. Так, стрела. Отлично. Все еще нет. Все, понял. Я хотел здесь тоже меч Дранглика. Вот мне на самом деле, ну, я, может быть, не прав. Мне нравится всего два меча в этой игре. Это вот этот большой меч, потому что у него дамаг от физа, ну, физического урона очень большой. Его можно заточить на грубую силу. На грубую силу, во-первых, да, он вот делает вот так. Промазал. Нет! У меня никогда не получается вот напрыгнуть. У меня вот я делаю вот раз. А, не, напрыгнул. Отлично. Все ок. Блин, нас мало. Эй, чувак. Эй. Оп. Я так не понимаю, она... Нет, вроде это все-таки намазано на стенку. Я думал, что можно перепрыгнуть, и, типа, хитрый жук стайл. Что? Дубль 2? Еще мне не очень нравится то, что вот я бегу сейчас. И немного стою в воздухе. Стою же в воздухе? Ну так, относительно, да, немного стою в воздухе. Какого хрена, у тебя магия не действует? Ладно. Я вроде даже в него попал. Бэкстеп или парирование. Выбор, так сказать, тривиальный. Чё там, где у меня есть что-нибудь? Вот баклер. Чё я туплю? Не понимаю.
Баклер, да, у меня есть два их. Возьму один. Так. У меня же много магии, я ж маг. Точнее, я чудотворец. Я люблю чудеса. Сменим кольцо. Привет. Оп. Что типа, ты меня не... Какого хрена? Почему ты не упал? Сколько у тебя стамины? Жесть. Но я его убью. Я точно знаю, что я его убью. А почему я так мало ему снес? Вот в чем вопрос. Блин, как шута там мочить. Никогда не забуду. Так. Баклер. Да. Попробуем так. Так вон много ударов бьет. Рано или поздно это сработает. Привет. Слишком много. Конь тупо как бревна. Как я к тебе не попал? Отлично. Двоих одним ударом. Ну вот 100 тысяч. Осталось чуть-чуть. До нового левела. Я, кстати, здесь видел видюшечки по второму Dark Souls и видел ультрамагов. И это задница, я вам скажу. Я не знаю, откуда у них такая магия. Может, они на уже NG7+, там, я не знаю. Но это было впечатляюще и очень страшно. Хорошо, что я с ними еще не встречался. Ну чё, давай. Раз.
Ты ж тупой темный дух, ты ничего не можешь сделать мне. Так. 25. И что это было? Это было глупо, чувак. Он просто ушел и умер. Easy way. Ладно, возвращаем свой щит хороший. Блин. Обратно. Так, лук берем снова. И лук, 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 лук. Надо его качнуть вообще, как бы хотелось бы мне. Наверное, было бы неплохо. Так. Очень много кровавых следов. Я думал, это что-то другое. Но нет. Это кровавые следы. Я промазываю по ним. Ладно. Дважды x2. Тут у меня уже вроде 9 еще раз. Я могу еще, не знаю, 10, 20, 30, 40, 40. Нет, 10, 100, 100 человечности получить. Что-то там. А если маги попробовать вас? Нет, давайте чуть-чуть спустимся пониже. Привет. Ты можешь? Понятно. Один. Хорошо, у меня резист стоит от огня. Ну что ты будешь делать? Можешь сюда прыгнуть? Конечно, пойдешь не туда, куда мне нужно. 101! О, упал. Еще пойдет, наверное, за мной. Все-таки я вроде как смог у них отнять немного. 104 тысячи. Тьма? Что? Проклятие? Какого хрена? Время применить кольцо, да. Отлично следящая стрела. Все, умер. Умер. Ладно, попробуем. Сколько мне оно? 69. А сколько я буду медленно? Проклятием. Ну, чуть медленнее. Нормально, ладно, пойдет. Я нихера не вижу. Зря я это сделал. Рано было. Ну.
107. Больно. 58. Теряемся. У меня уже потихонечку тяжелые стрелы заканчиваются. Ай. Один. Что? Нет, это было нормально. А если я возьму, допустим, в руки... Давай уходи, давай на солнышко, не? Если... Или там некромант какой-нибудь есть, который его устанавливали, что... Проблема то, что ты бессмертный. Еще большая проблема. Отвень от меня. Бессмертное чмо. Отвянь от меня, бессмертное чмо. Вы все отвяньте от меня. Ай! Бессмертное чмо! А-а-а, проклятие! Может, это теперь не будет? Нет, оно все равно заполняется, мать твою! А-а-а. Прям в жопу. Почему? Может, рано мне сюда идти? Может быть. Кольцо, какое у меня было. Твою мать, 130 тысяч душ. 105, окей. Хорошее кольцо у меня было. Так. Это... От электричества есть защита у меня? Здоровье, мишень, здоровье. Пол, урон, падение, почва, удар в спину, бок, голова, дона, блин. А, во. А, усиливает. А, вот резист от молнии. Вроде там молнии были. Ладно, так. Камень магия. Ага. Ага, я не человек, а надо бы стать человеком. А, я понял, от чего тот чувак умер. Он был, у него маленький резист проклятием был. В итоге он зашел туда вниз и умер. Да, это было очень глупо, чувак. Так.
кто знает, что может творить. О, ты не хочешь ко мне идти? Прыг! Бабах! Бабах! ФПС проседает. Чёрная на бомба, здесь ничего нет. Ага, там большой хер. Так. Ага. И нафига эта комната была нужна, если здесь ничего нету? Что в нем? Может, все-таки какая-нибудь потайная стена, не? Какая-то бессмысленная комната. Вот! Да, ты прав. Я могу... А, понятно. Зову его, чтобы он мне помог немного. Родин призывается. Было глупо, чувак. А, там какой-то еще есть. Где рычаг? Нажимаешь? Куда ты нажимал? Не понял. Объясни, братишки. А, ты бьешь эту штуку и... Неплохо. Интересная система. А, огненный, да, точно. Оно мне может помочь. Логичное решение, да.
А, она, чтобы просто идти напрямик. Ладно. Так. Муку Дакер. Вот это уже босс, да? Арена, слышны звуки ада. Да нет, это все еще не босс. Ага, они взрываются. Наверное, дамаг очень. Конечно, что-то кость. Гей! Я не знаю, что делать, чувак, извини. Нет, туда падать явно не стоит. Так что... Сюда? Плохо. Он горит.
Угу, печка. Но зато я нашел ключ. Можно сказать, что я победил. Любимая душа стражи. Блин. Надо это... поставить... какое-нибудь это... разрешение... не разрешение, а там... функцию компьютера, чтобы он стал работать медленнее, чтобы почитать хотя бы, не знаю, что там вообще, как... А, я стал трупом. Окей. Как скажешь. Я потерял свои души! Чёрт! Я не помню, как... А, не, я могу за ним быстренько сходить, в принципе, чё. Чё мне это стоит? Ну чё, дверь открылась? Нет. А с чем я оставил кольца? А, да, ради огня. Да, окей. Всё-таки я, наверное, сменю на свой старый щит. Как бы тот чувак меня не пытался убедить, что надо ходить с этим щитом, я не буду рисковать. Какой из них лучше? А... 58, это лучше. Так. Осталось одно кольцо. Плохо. Так. Значит, спускаюсь вниз. А, во прям. Ха! Отлично. Шоткаты наши все вообще. Там? Привет. Мне больно будет, если ты взорвешься? Да, будет больно. Будет больно, даже если ты на меня напрыгнешь. Короче, три удара вот так. Да, нормал. Так-то и дурак сможешь победить. 1600 за не дают. Маловато будет. Ползи назад. Бэкстепить их, конечно же, нельзя, у них нет ног. Ха. Степ нельзя делать. Почему-то с двумя руками, насколько все равно 709 снимает у них.
Зря я это сделал, да? Потому что... А, они стали активней! Нет! Нет! Фух, 76. А, они когда взрываются, они на всю хилсу дамажат. Понятно. На всю свою хилсу, это самое главное. Так что лучше их не поджигать. Ну чё ты не можешь напрыгнуть? Я нажимаю вот, да, делай так всегда. Окей. Тысяча 46. Раз, два, три. Я перевернул его. Еще раз. Ха! Это весело! У-у-у! Эх, жал. Что написано? Темный дух впереди так, что может помочь в благоразумии. Может быть. А мы... А, кстати. Кстати. А, если я, допустим... огня. А я хочу кошки. Я пытаюсь, но я ничего не знаю. Черт, это был враг ищите. Интересно, за счет, если я зажгу эти все факелы, оно будет что-то влиять? Что-нибудь откроется новое? Ха! Давай, на меня иди. Чувак, не застревай в стенке. Ты горишь. Тебе ж плохо, наверное. Давай, ладно, хрен с тобой. Смотри, ты меня видишь. Я тут. Горит, кстати, в этой штуке. Что, подойдешь до меня? 216, отлично. Ну, давай. Ну, вот, смотри, я вот здесь же. Вот. Я просто тебя убью, бегая вот по кругу. Потайные стены. О, мое сообщение оценивает. Клево. Тайные стены! 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 Стой.
Какая засада? Чего засада? Горю, 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 горю. Телепортай! Пацаны, телепортирующие очень клёвые, мне нравятся. Они вот... То, что нужно. Вот это новое, новое слово, да. Я согласен. Ок. Воспоминания. Свиток. Надеюсь, пока я читаю... Свитки, меня никто не убьет. Воспоминания. Порча судная тьма, выпускает... Ну, что сверх тьмы, которые сами находят себе цель. Ага. Знать мой, похоже, и тьмы еще помнит. Катализатор посох. Ну, я не маг. Никогда им не был. Только в первом Dark Souls. Черный негр маг. Один удар. Оп. И еще. Отлично. Кучина воза с первой, что ли, часть? Вроде в этой не было, не? Я не помню уж. Так, что мне нужно? Хиляться. Мне нужны кольца. Кольца нужны, чтобы огню резистить. Вот, отличное кольцо, чтобы огню резистить. Это нормально, это нормально. Щелк. Пойдет. Ничего здесь нет. Здесь тоже ничего нет. А где? Вот, вот эта дверь, значит. Да-да-да-да-да-да. Значит, эта дверь. Что за... А, вот она. Вот она что. Смотрите, кто тут. Смотрите, кто тут. Это я. Раз, два. Хилсу никогда не бывает много.
Может, ими можно здесь взрывать какие-то эти как-то. Типа шорткатов. Ну не шорткатов, точнее, а стены. Так как они горят, есть вот такая вероятность. Тысяча левела шна, вот выше здесь текст, что я сюда, нет, не зря шел, неправда, там еще какой-то проход был, давайте посмотрим, что там. Ой, зря факел взял, чувак. Давай. Давай, прыгай на меня. Прыгай на меня. Прыгай, вот смотри ты. Опа. Оп. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Не успел. Как ты умер? А, ты дрался с этим? А, ты в Цестусами? Клёво. Ступи. Ну, с Богом. На, это как раз на второй этаж, который я пытался спрыгнуть, кажется, да? Да. Ага. 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 Почему здесь нет врагов? А, это... Окей. Я вроде всех убил. Так, еще раз. Я практически сделал это. Можешь просто перекатиться. Подожди, аж как? Можешь помочь перекат? Ну, вот, значит, отсюда надо. Еще. Надо правильно целиться. Взять кошку, чтобы не быть лохом, если умрешь от падения. А то в первой части этого было достаточно. До сих пор. Блин. До сих пор это как его. Играл и все равно падал. Потому что. This shit. Thank you.
Не успел. Сушеный корень. Все? Сушеный корень. Чтобы магию устанавливать. Сколько его мне дали? Сушеный корень. Нет, это ароматный вид было. Сушеный корень. Не штрава. А, надолго ставлю, да? Может, не бесполезно, ладно. Нет! Спустился вниз. Поднялся быстро наверх. Все, в этой части локации, как кажется, я все осмотрел. Время идти к лифту. Так, значит, чтобы не тупить, быстренько, оп. Да, вот сюда. Еще раз, на всякий случай, а то кто знает, что здесь бывает. А, лифтец. О, лифтец, нам нужен лифтец. Пока я обратно поставлю кольцо на резист. Ключей что ли нету? Или надо с другой стороны открывать? Или надо ниже идти? Вон там еще проход какой-то есть. Новый проход. Отойдем. Поставим себе гранат. А, нет. Ну... Типа вы сами напросились. Бесполезно. Ага. Привет. Не-не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Черт. Привет. Лови электричество. Больно было. Воу! Зачем я нацелился? Значит, нога в стенку провалилась. А, у него слева... О! Слева это как его? С левого края или справа у него течет лава, которая может от меня не башить? Что у меня так стамины много? Слава, блин, богу. Я тебя не жаль тогда.
щит, здесь щит. Ну, похож, я знаю, на кого он похож, в какой-то степени. Немножко прокачанного. Знаете, на гигантов, которых ты в Black Gulch'е убивал. В подземельях. Как где под этим. Так. Давайте посмотрим, что с трупами. Я убил труп, я убил труп, я убил труп. Конечно же, второй такой нужен. Конечно же, он пойдет за мной. Наверное, нафиг не нужна здесь пиромантия, потому что у них у всех резист, я уверен, к огню. Прям. Stupid and center. Сколько у тебя хилсы? Подожди. Если я по 726 я снимаю, то должно хилсы быть что-то типа 2, 3, 4. Больно. Сколько нам становится здоровье? Все, окей. Клёвый драконий талисман. Привет еще раз. Мазафокер. What the fuck? Знать. Оп. Ладно, что второй удар не бил. Сейчас дракон полетит и меня сожжет. Нет. Здесь нет дракона. Шутка, нормал. Достаточно нормал. Блин, знаю. Почему-то мне все время слышится как... какой-то это как он. Какой-то топот. Еще третий, да? Не, это что-то Power Armored. Power Armored? Преследует меня. Плохо то, что ко мне темный дух вторгся. Может, у меня есть чем маскирнуться-то, а? Например, покинуться коробка. Так. Еще раз. О, бочка. Подождем. Я буду ждать до конца. Зачем мне искать?
Сам ко мне вторгся. Мать твою. Попробуй меня тут найди. Ой, что же делать, что же делать? Знаешь, чувак, я могу выжидать здесь целый день. А потом подрежу до момента, когда у меня все стало или лучше, или хуже. Посмотрим, как случится в этот раз. Потому что... спаленная бочка. У меня целый день впереди. Я же себе пойду с напитком схожу. Главное, чтобы меня в этот момент не пальнули. Не. Мать вашу. Я даже палился, я вышел в круг. Так. Эй, чувак, я тут. Ладно, пойду с ним разберусь, так и быть. Хотя, блин, там, наверное, обратно эти тяжелые хэви пацаны заспаунятся. Лах! Что могу сказать? Просто лах. Не нашел, значит, меня нет тут. Да, надо разбираться с фантомами. Ты просто прячешься, и они тебя не находят. Думаю, да, вот, надо искать этого чувака. Не так, падлу, лучше я пойду с кем-нибудь другим, кого-нибудь хорошо. Так, что мне обратно? Ну, это Слав. Привет, чувак. Я вернулся. Ко мне здесь фантом приходил. Чё ты думаешь насчет этого? Потому что у тебя большая домена, да? Потому что ты можешь ей здесь размахивать. Ай. 427. Мало я у него отнимаю, мало, крайне мало. Всю стамину снес. Как кто так делает? Ужидательная тактика. А, он еще это как кровотечение наносит, чтобы я замедлился, он меня убил. Окей. А, не, нифига, не все хилосуса. Ну много, много, много. Много это хорошо. Угу.
Ну я же убил тебя. Вот я и убил. Веша за карту права, бомба. Ключ от башни. Может помочь прыгнуть. Лжец впереди. Нам скептика. Хорошо, душа солдат. Все, здесь мы тоже смотрели. Зашибись. Тек. Посмотрим. Это, от этой башни интересно ключ-то. То я не уверен уже даже. Да, так. Долгий спуск. Вниз. Очень долгий. Башня огромная. Локация долгая. Даже до босса дойти еще нас стоит время. Не знаю, хочу как-то. Сейчас, ладно, короче, следующая смерть. Окей. Отлично, костюм вперед. Ага, там дальше проход. Окей, ну значит на этом все. Там, с вами был Генка. Типа, если вам понравилось это видео, удачность этого видео, типа, как мне везет, там ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там, так далее. И всем удачи, всем пока.